Впервые узнала о Яне Корниловой я на странице ВКонтакте. Это было 2017 год. В то время я была на ретрите у Артура Ситы. И все, что происходило там, показалось мне каким-то наигранным, неестественным. И мой поиск на этом не закончился, поэтому я стала дальше продолжать искать. И нашла страницу Яны, начала ее читать и почувствовала, что там написано в корне отличается от всего того, что было до. Когда впервые я начала читать ее посты, мне были непонятны некоторые термины, но была какая-то часть информации, которая несла в себе что-то выше уровня понимания через слова, то есть что-то внутри самой информации отзывалось во мне как неким откликом. И чем больше я читала Янины посты, тем больше я начинала улавливать именно, что между слов есть что-то иное, что именно как отклик внутри меня происходит. И вот это вот чувство заставило меня дальше читать ее посты и пытаться понимать, что же она хочет донести. Информация, которую преподносила Яна, она как будто задевала те мои моменты, которые я не хотела никогда увидеть, да, то есть почему этот поиск случился, почему я в принципе ищу. Я начала замечать, когда я слушала Янины трансляции и читала посты, я почувствовала, что это что-то родное, а мне в жизни повезло. Я не знаю даже, с чем это сравнить, или даже вообще слово «повезло» здесь не отображает всю емкость этого события, когда я познакомилась с Яной Корниловой лично. После того, как читала ее посты, я решила ей написать. И когда я услышала ее голос, я как будто соприкоснулась с чем-то родным. И я первый раз почувствовала, что меня слышат. В ее голосе есть теплота. Яна всегда слышит, что именно тобой движет. Видит всю картину в целом. То есть, куда тебя тянет, почему и что за этим стоит. И вот, видя эту картину, она тебя очень плавно, мягко подводит к твоей собственной правде. То есть на консультации с Яной ты приходишь к ощущению своей правды, осознаванию. Еще очень особенная, я бы сказала, даже не знаю, удивительная способность, когда Яна определяет чистоту человека по его голосу. И даже по некоторым фразам, по интонации, даже если я в момент разговора говорю о ком-то, Яна может четко считать личность человека, его излучение, его некоторые паттерны. Это удивительно, несравнимо то, что раньше я знала, читала, встречалась с этими гуру. И Яну Корнилову вообще невозможно сравнивать, потому что это совершенно другое. Если взять, допустим, этих гуру, они просто уводят тебя в какие-то ментальные дебри, в представление о том, что такое просветление. Яна Корнилова выводит из обусловленности иллюзии ментала. Яна вот это все четко слышит, и сначала она учит, как в наблюдении слышать свои мысли, даже начало захода вот этих мыслей. Яна сама собой вскрыла это, увидела. Когда я первый раз позвонила Яне, я почувствовала, что вот этот человек, которого, наверное, я искала всю жизнь, это как дом родной, это как мама. Здесь все вот эти теплые ощущения, которые есть в человеке, они есть в ней. На консультациях с Яной ты всегда чувствуешь, что она тебя слышит, и она тебя очень мягко подталкивает. Иногда бывает, конечно, когда личность упирается, и ей приходится делать усилия, и сначала идет такое сопротивление, но потом через какое-то время ты вдруг начинаешь понимать, что она была права, вот оно свершилось, случилось, то есть уже после консультации, допустим, вдруг происходит вот этот момент осознавания, что вот оно же это и было, просто вот эта личность, она всегда пытается как бы сама себя защитить. В целом, если сказать о энергетике, то Яна, она как камертон, да, какую частоту ты запускаешь, он так и звучит, и вот именно в той частоте, в которой ты находишься в данный момент, она тебе озвучивает именно той частотой, в которой ты есть. И настолько, насколько ты можешь в этот момент ее уловить.
ни больше, ни меньше. И вот это происходит некоторая синхронизация, как внутренний ответ. Я хочу сказать о той перемене, которая произошла со мной после знакомства с Яной. Сейчас на протяжении этого времени я вижу, как будто вот эта прошлая жизнь моя, она превратилась в ощущение, как будто я была в некотором сне. После знакомства с Яной как будто начало что-то проясняться, и я начала видеть мир по-другому. Появилась более собранность, да, такая какая-то ясность мышления. Появилось считывание себя и также считывание людей. И постепенно происходит умение различать личностное и сущностное, плюс распознавание своего рисунка, то есть что есть я как Марина, да, как разворачивается мой рисунок. И, соответственно, когда ты начинаешь это видеть как бы со стороны, происходит некоторое разотождествление и появляется внутренний сущностный ответ. И вот именно Яна, она учит слышать свой собственный ответ. У меня есть большой опыт разных практик эзотерических, психологических и всяких прочих, которые существуют в информационном поле. И здесь самое большое отличие в том, что Яна разворачивает человека к тому, чтобы найти ответы в себе, помочь самому себе. И вот эти ее ключи взаимодействия с самим собой, они помогают человеку, прежде всего, в любой бытовой ситуации разобраться, да, что сейчас происходит, не впадать в истерику. Яна учит слышать свой ответ, слышать то, что ты хочешь, слышать вот это вот сущностно и личностно, что хочет личность, а что лучше для тебя. И это ни с чем не сравнимо. Еще хочу отметить такую разницу до встречи с Яной и сейчас. Вот эти вот состояния патовые, да, или вот эти вот депрессивные, или какие-то проблемы. До встречи с Яной я пыталась в эзотерике искать ответ, в психологии. Но ничто не дает внутренней опоры, балансировки себя, как Янины ключи. И сейчас какая-либо ситуация бы не случилась, я прежде всего ищу ответ в себе. Поэтому самое важное, что дает Яна, ее ключи в том, что человек учится прежде всего помогать сам себе, приводить в себя состояние баланса, вытаскивать себя из любой ситуации и видеть, как тобой же эти же ситуации и разворачиваются. Прежде всего, это осознавание ответственности за себя и за свою собственную жизнь. Я могу сказать, что от взаимодействия с Яной моя жизнь изменилась на 360 градусов. Я была тотально в жертве. И постепенно я вижу, как я как личность трансформируюсь. Я стала более сбалансирован внутренне. У меня стало гораздо меньше страхов. И вот эта способность посмотреть в глаза страху, она тоже с каждым разом усиливается. То есть такое доверие, может быть, я бы назвала это жизни, доверие себе. Все это появилось только благодаря вот этим вот ключам, которые дала Яна. И это вообще невозможно сравнить с тем состоянием, которое было до встречи с ней, потому что жизнь стала ощущаться по-другому, и я сама стала себя ощущать по-другому. И вот эта вот внутренняя основа стала увеличиваться. После взаимодействия с Яной больше меня стало у самой себя. То есть, если у вас есть внутренний резонанс, обязательно воспользуйтесь шансом присутствовать на вебинарах Яны или на личных консультациях. Как изменится ваша жизнь, вы даже сейчас не можете себе это представить. Но это самый важный этап в жизни, это самое важное соприкосновение с человеком, который изменит вашу жизнь, который изменит вас. Тот, кто ищет по-настоящему, он встретится с Яной. И сейчас, пользуясь этой возможностью, я хотела бы сказать тебе, Яна, что ты действительно уникальный шанс, уникальная возможность. И здесь это чувство благодарности за то, что ты существуешь в мире, за то, что я нашла тебя, услышала. Ни с чем не сравнимо. Спасибо тебе большое. Я тебя очень люблю.